Пошло ли у вас с тобой вверх? Красотень, не грохнется бы. Я прям как Снегурка себя чувствую, ребят. На всякий случай надо быть аккуратным. Минус 9 ощущения. Тебе по час сегодня, если я перевечал. Орешки дорогие, девочки. Планета 229. Смотрят люди. Правда. Привет, ребят. Пошла я? Пошла я и вас с собой беру. Пошла я и вы со мной. Ой, что-то пурга прям. Пурга на улице. Ой-ой-ой, красотень, ребята, красотень. Красотень, не грохнется бы. Ой, на улице знаете сколько? На улице плюс один. Телефон говорит. У тебя, говорит, Татьяна в Махале плюс один. Телефон передает. А вообще, этот термометр, пумпушечка у нас на улице стоит, а термометр сам аппарат дома. Я вам приду, покажу. Плюс 2, вот я сейчас выходила, время 10 часов. Сегодня вторник, в Биме есть это, новый товар. По вторникам тоже. Хочу посмотреть, вообще у меня, знаете, что надо? Мне надо курицу Айдыну. Филе, потому что нету. Видите, сколько? Нету, закончилось. Ой, капец. Я прям как Снегурка себя чувствую, ребят. Я Снегурка. Капец. А вообще ощущение, телефон говорит, что у тебя, говорит, он на это, на колесике едет, мальчиш. Ощущение вообще скрипит, ну-ка. Да не, мокрый, мокрый. Вон пальма. Сочи, конечно, есть, но пальмы-то есть. В Краснодарском крае, Ставрополье наверняка тоже. Вроде нисколько, не скользко. Ну, на всякий случай надо быть аккуратным. Минус 9 ощущения. Тоже телефон передает. Вот привезли. Что-то привезли. Что-то я уже запыхалась, ребят. Ой, куда он едет? Ты не пройдешь. А, он в Ким. В Ким. Ой, ребят. Я пошла? Я пошла, ребят. В магазин. Келе по час сегодня есть, девочки. Но я не куплю, это готовый. И кемиксую. Келе по чай, это из головы готовят. Из барана. А это бульон из косточки. А еще вот есть это, ребят, зардычал, куркума и зенджифиль, имбирь. Что-то больно дорогой, 6,50 и 7,50. Что-то больно дорогой. Сирке какой-то 6,50. А что за сирке? Сирке из красной моркови и портокал на малой сиркесе. Из этого апельсина и яблока. И чичи буйнузу. Рожковое дерево. Сироп. Тахин хельвасы. Это липовый чай. А вот еще что-то. Бал. Сивас. Из Сиваса. 30 лир. Чеснок маринованный. Этот. Дуд пекмезе. Протеин. Айден раньше пил у нас. Ой, очки запотели. Какой-то чай. Имбирь с витамином G. Бискисель пастиль 4,95. Ну, это вкусно, но это не нужно. Никуда его. А да чай. Вот это тоже ихламур. Битки чай 6,50 стоит. Не знаю. А вот витамины еще есть. Витамин D. Витамин G. А это что? А, это гранатовый. Гранатовый уксус. Ой, очки потеют, я не вижу, ребят. Девочки. Кайнана. Салям лэр. Тепси хороший. Это не тепси, протвин. Протвин. 65 сантим.
Вот можбеш. А сколько он стоит, интересно? Не знаю, девочки, сколько стоит. Вот тост для газовой. Вот оджаку стоит, тост макина 119. Для этого. Но мне не надо, у меня же есть тостер. Для газовой плиты, девочки. А вот это я не поняла, что это такое, девочки? Резинки, что ли? Я что-то не поняла, что это такое. Девочки, смотрите, какой. Какой классный журнальчик я нашла. Продается, 6 лир стоит. Вязать. Вязать здесь, выкройки, видите, есть, как вязать. Как вязать здесь, вот, показано. Типа макраме, крючком, и спицы здесь, все есть. Ой, мне так понравился, но я не буду. Вот видите, какие красивые. Красивые девочки. В дыме вот. Красотень. И вот такое вот зеркальце, видите? Красивенько. Еще вот такие вот штучки тоже есть. Красивенько. Ребят, я купила вот такую курицу, потому что больше другой не было. И купила шпината 4 и 4 брокколи. Потому что разбирают. Смотрите, курей нету. Поэтому мне пришлось вот это взять. Филе. Филе нету. Филе нету. И вот здесь вот тоже. Видите? И шпинат заканчивается, и брокколи. Ну, может быть, будет поставка. Я не знаю, конечно. Но я купила. Купила. Что мне еще надо? А мне больше ничего не надо. Айден сказал этот взять. Кондиционер. Я сейчас возьму. Орешки дорогие, девочки. Я взяла вот этот вот. Фундук взяла, грецкий орех взяла. Потом я взяла батын, вот этот вот, подешевле который. И купила, кожу купила. И еще сбор купила тоже. Вот 17,90, 15,90 кожу. Дороговато, девочки. А лобны, интересно, лобны. Лобны. А вот есть вот это. А нет, это не это, лобны. Лобны курабия. Леблеби нету. Леблеби нету, девочки. Леблеби курабие очень вкусно. Кто кушал, напишите. Нету, девочки. Ой, девочки, я взяла. Я взяла. И Октай говорил, что купи. Набрала, короче. Чорба. Чорба в стаканчике. 1,95. Вот чабук, чорба, чешетлер. А, нет. Эти, наверное, да-да, чабук, быстрое вот, стаканчики чорба, 1,95 стоит, да-да-да. Это уже готовый, в смысле, варить нужно, а это стаканчиком кипяток, зальете стаканчик. Здесь и чечевица, и томатный, и мне вот это нужно, макарно у меня стоят, сейчас я помешаю их и в духовку вот с этим сделаю. Нужно использовать, потому что... Грейпфрут, девочки, только. Лимоны и мандарины. Вот все, что есть. Пришлось взять вот такие. Мейвесую взяла вот такие вот. Очень хочется портокал, но нету. Бананы. Вот бананы. Ну, что-то я не пойму, что с бананами. Ну, все. Айва. Не, ничего больше не хочу я. А вот, смотрите. Ой, вот это бы. Вот это бы. Но более, наверное, дорогое. Что-то нету. Зенджифиль свежий, видите, девочки? Киви. Киви пакет 2,95. Авокадо 8,95. Не, не хочу, дорого. Девочки, блендер-то 229. Когда я нужен был, его не было. А сейчас у меня, блин, навалом. И они продаются. У меня, в принципе, такой же. Только вот без этих. У меня другой. Вот такой бы я бы хотела. Венчик. У меня такого венчика нету. Но я не куплю 229. За 350 мне дали. Со скидкой. Арчелик. Ну все, ребят, набрала. 3 сумки набрала. В принципе, все вам показала. Все вам показала, на улице снег идет.
снег. Тяжело одна одну руку. Поэтому много с вами общаться не буду. Закруглюсь. Кто-то под зонтиком, видите, кто-то так. Нет, не привезли ничего такого особенного нового. Курей. Пришлось ноги купить. В общем, пойду потихонечку, ребят. Всех вас обнимаю. Салютую вам из Стамбула. Вот такая погодка. Вот такая вот погодка. Видите, какая? Ой, я уже устала, ребят. И очки. Очки сейчас упадут. Конечно, в таком виде в магазин ходить смотрят люди. Правда. Смотрят. Интересно так им. Интересно. Вон это Сепет торчит. Ждет покупки. Где он? Сепет. Вон видно вам, нет? Сепет с окна спустили, ждут. Сейчас покупки принесут, нагрузят. Вон там. Видно, видите? Сепет болтается. Так что, ребят, пошла я. Необычная форма одежды у меня в моей Махале. Редко так увидишь. В мехах даму. Тем более в БИМ. Ладно, а то очки падают, блин, и я как это. Дурдунелла Баскордовна стоит. Все, ребят, пошла я. Всех вас обнимаю, салютую вам. Всех благ вам. Пока. Ой.